Как дела, Одни? Хочу тебя обрадовать. В секторе 1428 частицы в основном крупнозернистые. А в 29-м они гораздо мельче. Слышали его? Марк открыл марсианский грунт. Чем ты занят, Мартинес? Следишь, чтобы корабль стоял вертикально? Новая информация. Шторм идет. Ожидается сильнейшая буря. Мартинес, что скажешь? Дело дрянь. Мы переждем. Командир. Будем готовиться к вылету. Видимость нулевая. Кто потеряется, двигайтесь на сигнал телеметрии моего скафандра. Готовы? Готовы! Командир, я знаю, это ужасно, но Марк мертв. К взлету готов. Командир, вы должны отдать мне устный приказ. Взлет. К сожалению, во время эвакуации астронавт Марк Уотни был задет обломком и погиб. Критический. Привет, это Марк Уотни, астронавт. Запись эту я делаю на случай, если я не выживу. Сейчас 6:53 19-го соло, и я живой. Здесь не сдохну. К счастью, я ботаник. Марс будет в ужасе от моих способностей. Скажите людям. Дорогая Америка, помнишь астронавта, которого мы погубили и устроили пышные похороны? Он живой, мы забыли его на Марсе. Извините, искренне ваша НАСА. Учитывая все это, я могу сделать лишь один вывод. Из этого дерьма меня вытащит только наука. Куда его несет? Он не менял курс 13 дней. И может, он пытается обойти препятствия? О чем ты? Это Ацидалийская равнина. Там ничего нет, кроме... Pathfinder. Pathfinder. Сигнал принят. Отлично. Камера? Сообщение, адресовано экипажу. Здравствуйте. У меня есть новости. Марк Уотни остался жив. А 200 солов, чтобы сообразить, как забрать отсюда все, что сохраняет мне жизнь. В порядке. Не терпится вас увидеть. Спасибо, что за мной вернулись. Все, работай. У меня идея. Слушаю тебя. Я буду летать, как железный человек. Шесть метров.